Всем привет, ребята, меня зовут Олег, и это новый выпуск Шара Ньюс. А сегодня мы вместе с вами рассмотрим, какими обновлениями нас порадовали на этой неделе. Заваривайте скорее чаек, ну а я побежал смотреть. Ой, и кстати, чуть не забыл. Спасибо вам большое за такую бешеную активность под предыдущим роликом. Мы увидели положительную динамику. А это значит, уже вскоре мы выпустим новый выпуск Шара Лайфхаков, который не менее этого вас удивит. Фух, ну, теперь точно ничего не забыл, поэтому побежали скорее смотреть обновления. Ну а в Шарараме для самых отважных смешариков стала доступна миссия секретных агентов, где нам предстоит разгадать загадку, откуда в Шарараме появились двойники и кто за всем этим стоит. А за прохождение квеста мы получим клон машины в домик. Вот так, кстати, она выглядит. А сразу после можно отправиться в Шарарам лепить снеговика. Но как лепить? Скорее даже приобрести, ведь в игре стартовала распродажа снеговиков. Поторопитесь за покупками, ведь акция ограничена. А сразу после шопинга можно отправиться на космодром, а оттуда прямиком на космостанцию, ведь космонавты в опасности. Туда прибыли злобыри и решили устроить там настоящий погром. Берите с собой самого сильного питомца и одолейте их всех. А за это нас наградят классной магией и астробот. Вот так, кстати, она выглядит. И не забывайте забегать на Умную гору и играть в Царь горы. А на этот раз вы можете получить смешутку Гремлины и множество других ценных призов. А на этом обзор обновлений подошел к концу. Спасибо вам большое за просмотр этого видеоролика. Не забывайте ставить лайки, комментировать видео и подписываться на канал Шарарама. Дальше интереснее. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!